Друзья, всем привет! Сегодня такие у меня интересные новости по поводу нашей поездки на уборку леса. То есть вот тот, который там сидит, ему как бы все равно, он в телефон залипает. А я думаю так, ну, во-первых, если кто-то хочет поехать с нами, то в принципе мы только за. То есть в пятницу у меня будет еще проходить стрим, а субботу или воскресенье мы поедем, но это еще Витя будет, Петровский будет у себя на канале будет это анонсировать. Ну и еще точно мы не решили, во сколько едем, и точно не решили, и куда едем. Но дело в том, что будет, ну как бы я считаю, это правильное такое занятие, нужное дело. Я понимаю, что все убрать невозможно, но попробовать хотя бы чуть-чуть, ну как бы было бы нормально, я так думаю. То есть пойти хоть чуть-чуть внести какую-то лепту, и может быть это будут постоянные у нас такие выезды, не знаю, ну с Витей будем все это еще решать. Ну а теперь этого послушать, он залипает в телефоне. Ну а я что? А я за любой кипиш, кроме голодовки. Надо поехать лес поубирать. Поедем, поубираем. Так что это вообще не проблема. Ну вообще никак. Знаешь. Надо поехать, поедем. Уберем, все будет нормуль. Так что вообще никаких проблем. Я за. Пусть он там рассказывает тренду, но вот этот. Так, ну что, ребят, это такой коротенький у нас, в принципе, вложек. Вот это все, что я хотел сказать. Все, кто хочет, оставляйте комментарии на стене в группе ВКонтакте. Она называется Крымблог. Там, в принципе, все. Ну, это тот еще со слета блогеров, так что. Я оставлю ссылочку в описании. Ну а всем спасибо, всем пока за, ну, за помощь заранее. Ну и пока.